Кюхаем. Распоряжением губернатора Василия Кузьмича Бочкарева Иосиф Давыдович Кобзон удостоен медали ордена за заслуги перед Пензенской областью. Вручение награды на сцену приглашается заместитель председателя правительства Пензенской области Сергей Константинович Куликовский и начальник управления культуры и архива региона Евгений Андреевич Шилов. Здравствуйте, уважаемый Иосиф Давыдович, поверьте, чувства переполняют. Сегодня вот молодой человек из Городищенского района сказал и поздравил вас. Дайте в зал. И поздравил вас сегодня с праздником. И действительно, для нас каждый ваш приезд в город Пензу, Пензенскую область, это большой и ответственный праздник, ответственное мероприятие, потому что мы ни в коем случае не хотим упасть в грязь лицом и встретить вас, как подобает настоящего героя России. Спасибо вам большое. Мы сегодняшний концерт начали с песни про Украину. Поверьте, мы очень переживаем за то, что происходит на Украине сегодня. И поверьте, зная, что вы родом с Донбасса, мы очень сильно всем сердцем переживаем и представляем, как ваше сердце переполняет боль за то, что происходит, и как уничтожают. И поверьте, мы вместе в эти все тяжелые моменты, мы вместе с вами. И поверьте, очень много людей с Украины приехали к нам, и мы их приняли как родных, и оказываем им полное содействие и максимальную помощь, насколько это возможно. Спасибо вам большое. Мы вместе с вами переживаем каждую песню, не только которую вы сегодня исполнили, а которую есть у вас в репертуаре. Это для нас огромнейшая заслуга и честь. Вместе с вашими песнями мы любили, влюблялись, мы вместе шли в бой и умирали за нашу Родину. Спасибо вам еще раз огромное. Поверьте, я хочу, так как времени достаточно, вместить все слова. И, наверное, каждый здесь, в этом зале, меня сегодня поддержит. И спасибо вам большое. И от имени губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева спасибо огромное за добрые слова в его адрес, то, что вы сегодня сказали. От всех жителей Пензенской области позвольте сегодня наградить вас этой наградой, медали ордена за заслуги перед Пензенской областью и во имя земли Пензенской. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. И как уже сегодня вам пожелали, дай Бог вам дожить и до 100, и больше, сколько отведено Богом. Дай Бог вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Мы вас очень любим, мы всегда рядом с вами. Вот, Сергей, разрешите я награду молитву? Спасибо. Аплодисментами пойдем. Служу Пензенской губернии. Ура! Следующий приезд. Не только медаль, но и орден дадут. У меня к вам большая просьба. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Я первый раз выступаю в этом новом дворце. Надеюсь, он всегда будет принимать настоящих гостей, музыкантов, артистов, которые будут радовать жителей не только Пензен, но и Пензенской области.